Каталонский клуб нарушил регламент при трансфере французского форварда Антуана Гризмана, и за это Барселону наказала Испанская футбольная федерация. Каталонцев оштрафовали на 300 евро, тогда как пренебрежение правилами позволило клубу сэкономить 80 миллионов евро. Иск подал предыдущий клуб нападающего в мадридский «Атлетико». Его руководители были очень недовольны тем, что недополучили, как они говорили, денег за игрока. Клуб предъявил доказательства, что переговоры между чемпионом мира и каталонцами стартовали еще в марте, до открытия «Меркато». Соответствующая комиссия футбольного регулятора Испании сочла, что факт преждевременного начала переговоров, который повлиял на снижение суммы отступных, доказать практически невозможно.